Здравствуйте, я Сосенкова Татьяна, стилист Beauty Arena Nail Bar. Сегодня я вам расскажу об ошибках, которые вы совершаете во время укладки в домашних условиях. Первая ошибка – это не переключение режимов скоростей на фене. В начале сушки феном допускается включать фен на максимальную температуру, чтобы ускорить процесс просушки волос. Но постепенно мы обязаны понижать температуру, чтобы не пересушить волос. Заканчивать укладку я рекомендую холодным воздухом, это придает волосам максимальный блеск. Следующий пункт – неправильное направление фена. Наш волос имеет чешуйчатую поверхность. Главная ее функция – это защита волоса. При укладке феном мы можем помочь этим чешуйкам защищать сердце волоса или наоборот повредить их и тем самым испортить волосы. Поэтому нужна направляющая насадка сопла. Ее необходимо расположить под острым углом к волосу и сушить по направлению от корней к концам. И заключительный третий пункт – это недосушивание волос. Если вам кажется, что вы сделали идеальную укладку, но при этом оставили волосы чуть влажные, при выходе на улицу ваши волосы вновь станут непослушными, и некоторые пряди будут выбиваться из укладки. С вами была Сосенкова Татьяна, специально для vmg.ru.